Эта история началась в тот день, когда композитор Игорь Крутой решил снять для любимой сестры Аллы самый крутой фильм. Для этого известный киноизобретатель Тимур Бекмамбетов объединил лучшие советские комедии, а главные роли в этом фильме сыграли близкие друзья. Алло, это продюсерский центр Игоря Крутого? Не Игоря Яковлевича. Алло! Да. Ой, Игорь Яковлевич, здравствуйте. А вы до какого часа сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет, мы не знакомы, но я очень-очень хочу познакомиться. Я просто без ума от вашего творчества, особенно то, что вы делаете для Николая Баскова. Так, значит, до 4 будете. Я вам еще обязательно позвоню. Я очень-очень настойчивая. Жду. Живут же композиторы. Влекут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, так это старье. Это новая песня для Димаша. Я люблю, когда есть ты рядом я, без тебя я не могу прожить и дня. А, музыка отстой, а стихи монументальные. А, ну это же Гуцериев. Дорогие товарищи композиторы, храните свои произведения в ячейках Сбербанка. Если они, конечно же, у вас есть. Специально для Аллы самый популярный дуэт современности вывел свою формулу любви. Ой, а что это вы тут делаете, а? Песню для Аллы Яковлевны разучиваем. Хочешь послушать? Для Аллы? Конечно, хочу. А чего же не послушать-то? Тогда приходи, когда стемнеет, на сеновал. А чего же не прийти-то? Приду. Только уж и вы приходите. А то давеча Димаш позвал, а сам не пришел. Так она не одна придет, а со своим хоккеистом придет. А зачем нам хоккеист? Нам хоккеист не нужен. Маре Беладонна, е он бель канцоне, сай кентиамо сен прямо. Донна Бела Маре, кредере кантаре, дами ин моменто, ке ни пьячи пью. Это песня об удивительной женщине, которая родилась в середине февраля. Но день рождения празднуют в середине марта. Поэтому друзья решили подарить ей календарь. Алла с итальянского переводится как «сестра Игоря». Сегодня мы все поднимаем бокалы и пьем за тебя. Потом снова наливаем и пьем за тебя вместе. Снова и на брудершафт. Потом мы целуемся и снова пьем. Игорь Яковлевич, я не могу столько пить. Тебе и не нужно пить. Ты пой. Просто пой, Димаш. Una, 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 complimento. O sacramento, sacramento, sacramento. Что за безобразие? Что здесь происходит? Вы мне мешаете репетировать? Филипп, мы тут снимаем с Игорем Крутым подарок для Аллы. Для Аллы? Да, не хочешь поучаствовать? Для Аллы я готов на все. Давай тогда отправлю тебя туда, сыграешь царя. Царя? А вы туда никого не отправляли? Нет, пока никого. Тогда я согласен. Но умоляю, Тимур, никакой рекламы. Хорошо. Хорошо.
Оля? Филя? Заработала. Царь, очень приятно, царь. Царь российской эстрады. Очень приятно, царь всей российской эстрады, да? Да, царь российской эстрады, пупсик. Да. Золотой голос России. Ой, как приятно. Золотой голос России. Ой, какой запах. Золотой голос России. Моя сладкая ласточка. Золотой голос России. Я позвоню тебе. Царь. Алла. Алла, очень приятно. Аллочка. С днем рождения, дорогая. Аллочка, как вас по батюшке? Алла Яковлевна я. Алла Яковлевна. Нам ли быть в печали? Человек, почки один раз, именинница. Вы ешьте, Алла Яковлевна, все оплачено. Эх, Аллочка, любимая моя. Собака! Музыканты, да, это что-нибудь там повеселее, там, трали-вали, тили-тили. Тут у Аллы день рождения, настроение цвета синий. Коля, ты там начни, а я что-нибудь там подхвачу. Спокойно, царь, будет сделано! Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Пригласительный мне, верю и не верю. Падал снег год назад, нынче просто сыро. Мы пришли на банкет поздравлять красиво. В доме Аллы скрипнула дверь. Все гостями стали теперь. В этот праздник рядом с тобой оказаться счастлив любой. Расстояния и города нам не важно, где и когда. Мы примчимся сразу туда поздравлять красиво. Аллы скрипнула дверь, все гостями стали теперь. В этот праздник рядом с тобой оказаться счастлив любой. Расстояния и города нам не важно, где и когда. Мы примчимся сразу туда поздравлять красиво.